Одна из основных задач Анапы как курортного города – это обеспечение комфортного и беззаботного отдыха гостей как в сезон, так и в межсезонье. Организация питания в этом случае играет важнейшую роль, и здесь стоит доверять только настоящим профессионалам своего дела. У нас квалифицированный персонал, то есть начиная от поваров, заканчивая официантами, уборщиками, все соответственно согласно СанПина, то есть не книжками, как положено все. Мы оказываем полный спектр услуг. То есть начиная от обслуживания оборудования, заканчивая там оформительными документами по поводу разрешительных документов. Мы работаем по системе шведский стол, то есть лечебное учреждение, если мы как бы подстраиваемся под этот санаторий, если там лечебное учреждение, там диеты прописываются. Детское меню также включаем в рацион, потому что очень много приезжает летом детей маленьких, начиная от грудничков и заканчивая, там, скажем, 10-12 лет. Проводим дни национальной кухни, проводим тематические обеды. То есть, если нужно, можем организовать шоу-блюда, как это, ну, более в таких элитных отелях проводится, для того, чтобы заинтересовать туристов. У нас несколько меню, то есть мы в зависимости, начиная от среднего класса, эконом-вариант и более, скажем, дорогие отели. Это все это просчитывается, все это делается, мы готовы как бы на уступки, на скидки, на все. Некоторые фирмы, которые, скажем так, появляются и исчезают с этого рынка, то есть год-два поработали, они закрылись, все, их уже нет. А мы уже 10 лет, на протяжении 10 лет, это, наверное, является показателем нашего качества. 10 лет на рынке, гибкая работа с клиентами, собственный персонал и проверенное временем качество – это технохолод. Даже выставочный стенд компании с корзинами ароматных булочек привлек к себе множество посетителей выставки. Что говорить о полноценном меню? По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефону 8 918 337 48 88.